Замечательный пианист, играющий на всех ваших инструментах, Сергей Чепенко. И скромненько, без всякой моей подачи, вышел на сцену американский саксофонист, который не впервые работает в Трансатлантическом. Его зовут Дэвид Манн. Дэвид Манн. Первая пьеса принадлежит Дэвиду Манну и называется она «Открытие». Thank you.
As you may know, this is my second time here, and
It's very, very special for me to come back and see all my good friends and to play with them again. And it feels very nice to have a second home here in Moscow. And thank you all for having me back. Okay, for having me. We are going to continue right now with a song that I wrote. This is called From the Start. Thank you.
Thank you.
had a match for a moonlit sky. I never went back at firefly. But now when the stars are in my eyes, I'm beginning to see the light.
This is one of my songs. Day.
just an old sweet song.
сожалению, наши руки заняты, я перевожу ее. Мы тоже хотели бы поаплодировать нашей публике сегодняшней. Мы вам очень благодарны, что вы пришли на наш концерт. Огромное вам спасибо. Приходите еще, приводите еще людей, помогайте, хлопайте, аплодируйте, помешайте мне говорить. Я благодарен судьбе, что она мне сказала таким музыкантом, как Дэвид Мэн, Ники Ричардс, Виталий Галтенок, Никита Братусь. Очень скромный, поаплодируйте, он очень хороший музыкант. Алексей Лебедев. Константин Сироп. Мой соратник по группе «Трансатлантик», который в тяжелый для меня период помог и сделал этот концерт на своем здоровье и груди. Руслан Капитонов. А также я хочу сегодня попросить встать господина Панова, этого скромного человека. Пожалуйста, признайте его. Его старанием, трудом организованы эти концерты. Я думаю, что мы будем сотрудничать, приглашать еще других музыкантов. У нас в плане Чак Лоя. Я благодарен своему продюсеру и директору Дине Медведеву, этой очень скромной, маленькой, очаровательной женщине, которая никогда не показывается на виду, но она здесь. Валентине Малюковой. И всем вам огромное спасибо от нас. И в заключение звучит такая композиция, написанная...
Сидел в зале, аплодировал. И не забудьте, что можно заполнить анкеты.